Мало кто знает, что на территории Чернобыльской зоны отчуждения есть тайный энергетический монолит. Что это, спросите вы? А я отвечу. Это пирамида, дающая всем энергетикам нон-стоп в сталкере их энергию. Без данного монолита ни один напиток в ЧЗО не будет давать сталкерам прилив сил. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу сломать эту чертову пирамидку, чтобы все сталкеры не смогли подолгу бегать, а лишь ползали по пустоши ЧЗО, как тараканы. Твою, что я только что посмотрел?